Всем привет! Подборка автоприколов. Одна из частных космических фирм реально разработала и предлагает вводить в космос небольшие ракеты со спутниками, а также возить туристов в верхние слои атмосферы. Красивая машинка. Детство без интернета. Когда еще мечтаешь покататься на метле ведьмы? Полная загрузка для автомобиля. Ретро-машинка. Огромный слон на колесиках для фестивалей и карнавалов. Красиво жить не запретишь. Тоже вариант. Мне машинка понравилась. Теперь она моя. И так сойдет. Занять место на стоянке любой ценой. Настоящий мощный миниатюрный байк. Ретро-машина с пропеллером. Русская дорога для иностранной техники. Когда немного приморозило. Всем удачи!